Всем, всем всем привет, ребята, вы на канале Пи Пиксели, с вами как всегда Андрей. И сегодня, ребята, по вашим просьбам я нарисую свой логотип канала, а точнее Пи -пи Пикселя. Он занимает 23 клеточки по горизонтали и 19 клеточек по вертикали. Я беру сразу черный фломастер и приступаю его сразу же рисовать. А начну-ка я с очков, пиксельных очков, поехали. В бок пойдет сразу же 23 клеточки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 клеточки. Так, теперь пойдет в бок две клеточки. Одну клеточку пропускаем, ставим тут одну клеточку. Еще пропускаем одну клеточку и в бок пойдет 8 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь одну клеточку пропускаю, ставлю тут одну клеточку, еще одну клеточку пропускаю и ставлю 7 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. Теперь тут, ребята, поставлю вот тут вот отсюда, поставлю две клеточки. Вот так вот. Одну клеточку пропускаю и ставлю тут одну клеточку. Тут тоже пропускаю одну клеточку и ставлю в бок 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь пропускаю еще одну клеточку и в бок пойдет две клеточки. Всего лишь две клеточки, две. Тут пропускаю тоже одну клеточку и ставлю одну клеточку. Пропускаю одну клеточку и ставлю сразу раз, два, три, четыре, пять. Пять клеточек. Теперь тут поставлю, ребята, две клеточки. Ну да, видите, как бы лесенка идет, все. Тут две клеточки. Пропускаю одну клеточку вот тут вот и ставлю в бок три клеточки. Раз, ну, получается, еще раз пропускаю одну клеточку и ставлю раз, два, три. Вот так вот, да? И вот тут вот, ребята, Тут ставлю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот. 6 клеточек в самом низу. Теперь переходим рисовать вот здесь. Вот Вот здесь идет 2 клеточки. Ставлю тут, естественно, 1, 2, 2 клеточки. Пропускаю одну клеточку, ставлю одну клеточку, пропускаю одну клеточку и ставлю 3 клеточки. 1, 2, 3. И тут снизу так же самое, как и тут. 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот. Все легко и простенько. Если вдруг ребята За мной не успели, то обязательно нажимайте на паузу сейчас, дорисовывайте и начинайте закрашивать все, все вот это. Вот. Только не забудь, что вот эти вот клеточки, беленькие, которые мы пропустили, случайно их не закрасьте. Поехали! Поехали все это дело закрашивать. Погнали! И получается уже, ребята, вот такие вот крутотейшие пиксельные очки. Сейчас тут немножечко подправлю. И все просто выглядит просто суперски, просто бомбически. Окей, это у нас готово. Теперь сразу же я нарисую вот такой вот ротик. Вот тут вот, смотрите, ребята, вот тут одну клеточку пропускаю, ставлю тут одну клеточку. Тут пропускаю тоже одну клеточку и ставлю тут одну клеточку. Тут ставлю одну клеточку, тут ставлю еще одну клеточку. И в бок раз, два, три. Сразу этот тротик веселенький, красивенький мы закрашиваем. Вот так, так, Тут и тут. Есть. Теперь... Так, тут чуть подправим. Теперь, ребята, отсюда вот. Вот от этой клеточки пойдет 10 клеточек на низ. Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 клеточек есть. И с этой стороны также самое 10 клеточек. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. И тут все соединяем 19 клеточками. Хотя можно даже не считать, просто вот так вот все соединяем. Но если что, тут идет 19 клеточек. Вот, тут вот. вот так вот соединили. И теперь сверху отступаем 5 клеточек наверх. Прям параллельно Этому раз, два, три, четыре, пять И тут так же самое Раз, два, три, четыре, пять И тут тоже вот так вот все соединяем Вот так вот Ну это я рисую такими вот э, точечками Но вы можете сразу же рисовать линию делать Окей, ребята, и начинаем это все дело закрашивать Естественно, погнали Вот так вот, ребят. Теперь беру розовый фломастер и приступаю рисовать ему красивые кавайные щечки. Тут ставлю раз, два, три, тут с этой стороны раз, два, три, тут так же самое раз, два, три и раз, два, три. Все, закрашиваем. Отлично. И теперь, ребята, беру желтый фломастер и полностью его закрашиваю. Погнали. И у меня, ребята, получается вот такой вот крутейший пиксель. Очень он прикольный и очень классный. Если он вам, ребята, понравился, то, конечно же, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Ну а на этом, ребята, все. Всем пакетовки, всем пока.